Новостям спорта. Сегодня в нашем регионе есть молодежь, которая не только занимается спортом, но и неплохо выступает на международных стартах. Таким образом, они не только представляют нашу страну, но и мотивируют своих сверстников и ребят помладше уделять время спорту. Аяна Иса занимается джиу-джитсу 7 лет. За это время в ее копилке множество медалей разной пробы, а также титулы пятикратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Азии. В 2023 году в Астане проходил чемпионат Азии. Там я заняла первое место и таким образом стала трехкратной чемпионкой Азии. По словам молодой спортсменки, подготовка к соревнованиям занимает около недели, а в случае, когда назначенный день соревнований совпадает с расписанием занятий, педагогам выдают дополнительные поручения, чтобы юная спортсменка не пропускала занятия. Мы рады, что Аяна занимается спортом. Когда начинается подготовка к соревнованиям, для нее организуются онлайн-занятия, чтобы не пропускала учебный процесс. Молодежь – это будущее страны, именно им предстоит дальше развивать Казахстан. Поэтому сейчас им необходима поддержка, которую они и получают. Ильдар Гизатуллин, Тлюгубл Саржанов, Айкын Акпарат.